психолог. А что ты делаешь? Делаю лего. Лего? Да. Класс. Можно посмотреть? Вау. Ты прям делаешь по книжке его? Да, по книжке всего лишь хочу сделать крышу. Ну, интересно. Только эта черная штука не доставай. Давай я ее достану. Как тебе сегодня было в продленке? Классно. Классно? Понравилось? Очень. А что будете делать завтра? Останетесь на продленку или как? Не знаю. Ну, как хочешь. Если тебе нравится, можешь остаться. Если не хочешь, то... Ты просто нам завтра только скажи с папой, чтобы мы знали, когда тебя забирать, хорошо? Хорошо. Окей. Можешь еще, а то уже достану. Ох, что-то как-то достать-то. Очень тепло в квартире, просто жарко, невозможно. Я не знаю, то ли убавлять как-то, меньше делать, то ли раздеваться, что будет лучше. Муж любит тепло, муж обожает, когда прям жарко-жарко, а я не могу, я умираю, мне нужен воздух холодный, тем более сейчас уже на самом деле такой прям бодрячок на улице, поэтому да. Сейчас буду готовить кушать, это у меня будет скумбрия. В кукурузной муке я ее обваляю и быстренько пожарю. Обычно я филе не жарю, обычно я его тушу с овощами, с картошкой, с морковкой, с помидорами даже. То есть очень вкусно получается в таком соусе как бы. Вот. А этот раз я просто пожарю по-быстрому, будет запах. По вытяжке пойдет по всему дому прекрасный аромат рыбы, но ничего не поделаешь. Я тоже иногда терплю всякие запахи. Вот, так что да, ну не об этом, в общем-то. Хотела рассказать случай, ко мне пришел клиент, и человек, который, как обычно, карточка заполнена не вовремя. И, в общем, ко мне пришел клиент, и у него такая проблема. Он по жизни, в принципе, его работа связана с выступлением на людях, то есть постоянные конференции, постоянно какие-то выступления и так далее, перед большой аудиторией, в офисах при сотрудниках и так далее. Вот. И он пришел с таким запросом: я хочу избавиться от страха. От страха вот этого выступления, публичного выступления. Он говорит, у меня постоянно с этим связана вся моя работа. И говорит, и я люблю свою работу, мне нравится, я не хочу это менять, я не хочу как бы уходить в другую сферу и так далее из-за того, что вот присутствует этот страх. Вот. Но, говорит, он мне очень сильно мешает, и я хочу от него избавиться, я хочу выходить спокойно, без какого-то волнения, без переживаний, вот, и так далее и тому подобное. И вот буквально третья сессия у нас уже была, и на самом деле очень интересный результат получается. Если вам интересно, если вы действительно, вот вас это зацепило, как мы со страха сделали ресурс, то есть это чувство страха, которое как будто было его барьером, теперь стало его поддержкой. И наоборот, испытывая чувство страха, он знает причину, он знает... что хорошего можно от этого взять, и сейчас он пользуется, слава богу, уже вот буквально, можно сказать, неделю вторую ему полегчало, очень сильно полегчало, и я думаю, что до 5 сессий максимум мы с ним поработаем, и там дальше ему уже я не нужна буду, то есть он сможет справляться сам. Вот, поэтому, если вам интересно узнать, как, что мы с этим делали, и как получилось так, что страх стал ресурсом, стал поддержкой, то пишите в комментариях, я обязательно сниму такое небольшое видео, которое расскажу, вот как обычный кейс моего клиента. Так что да, жду. В общем, ладно, это так, такое небольшое отступление в качестве психолога, а сейчас я иду работать мамой, хозяйкой, кормилицей этой семьи, пойду, в общем, готовить скумбрию. Если интересно, пошли со мной. Начинаем готовить. Рассказывайте, как ваши дела, как настроение? Мне очень интересно, на самом деле, с какой страны, с какого города вы меня смотрите, потому что, ну, как вы в курсе, давно я не снимала влоги, и, соответственно, моя аудитория уже тоже не то чтобы растерялась, но, тем не менее, мы уже давно с вами не виделись, поэтому мне будет очень интересно с вами заново познакомиться. Так что жду от вас комментарии внизу под видео, кто, откуда и так далее. Очень интересно, на самом деле, ваше эмоциональное состояние, что вы ощущаете, какие мысли у вас.
Потому что я понимаю, мне пишут очень многие, особенно в Инстаграм. Люди ищут поддержку, люди ищут какую-то опору, да, чтобы, ну, немножко как бы не бояться завтрашнего дня. Не то чтобы не бояться, но хотя бы как-то более так спокойно входить в этот завтрашний день. Но, к сожалению, далеко не у всех это получается. Тревога у всех абсолютно, я прекрасно это понимаю. Иначе быть не могло бы, потому что, ну, как бы люди боятся, это нормально. Бояться – это абсолютно нормально. Как я уже говорила недавно о клиенте, который ко мне пришел, что страх – это ресурс. Это огромный ресурс, помощь человеку, поэтому бояться этого не нужно. Бояться страха не нужно, вот как оно звучит. Вот, так что я жду от вас. Мне очень интересно, что вы, как вы себя чувствуете. И если кому нужна поддержка, я не отказываю. Хотя понимаете прекрасно, что работаю я платно, консультирую я за деньги. Но очень многие пишут в Инстаграме, причем уже пишут месяцами. То есть пишут не просто там два слова, да, а действительно выкладывают мне душу свою. И ждут, естественно, какого-то не то чтобы совета, а поддержки. И я это делаю. То есть я не отправляю людей, не говорю о том, что консультация стоит столько-то, столько-то. Вот, ну, как бы не могу отказать. Может быть, это и неправильно, с одной стороны. Все-таки мое время это тоже ценно. Я его забираю у своей семьи, получается, когда вот так вот бесплатно консультирую. Но по-человечески я иначе не могу. Вот, кто может, тот платит, тот приходит на консультации, оплачивает и работает. Кто не может, ну, я стараюсь идти навстречу. То есть я стараюсь понимать. Ну, не знаю, как дальше это будет, как долго. Потому что количество людей увеличивается, сами понимаете. Причем люди в таком возрасте, то есть за 50, у многих нету второй половинки, у многих как-то или дети далеко, или, естественно, с детьми далеко не все находят общий язык, тем более... Ну, молодежь, как называется, молодежь у нас другая. Вот мне часто пишут такое, что наша молодежь другая. Тут не с кем даже. То есть не выслушает, не поддержит. Махнут рукой и скажет, ах, ты все надумала, или там заведи кошку, или собаку, чтобы не скучать. В общем, не грузи меня, вот, а заведи песика. Это на самом деле очень частый случай. Жалко, печально. Но, с другой стороны, это не молодежь такая, мы ее воспитали, то есть общество воспитало таким образом, поэтому тут уж ничего не поделаешь. Будем как-то с этим жить. Вот, поэтому я приглашаю на самом деле вас на консультацию, если кому-то действительно нужна, очень нужна экстренная поддержка, я с радостью иду навстречу, могу поддержать, могу, чем могу, в общем. И опять-таки хочу сейчас сказать, что у меня набирается группа, я думаю, вы в курсе. Группа терапевтическая, это будет, сейчас расскажу в двух словах. Будем встречаться раз в неделю в зуме с видео, то есть вы будете также включать камеры, я вас буду видеть, это очень важно. Группа маленькая, группа на тему панические атаки, тревоги, страхи, фобии. Вот такое вот хроническое напряжение, волнение. Ну, то есть, как бы, достаточно актуальная тема, поэтому мне бы сейчас хотелось людей поддержать. Вот, набирайте группы, они платные, но стоимость на самом деле смешная. Одна консультация час у меня стоит дороже, чем месяц вот этих встреч. Так что подумайте. Ладно, не буду ждать я декабря. Кто знает, начнем сегодня. Итак, скатерть, выбранная Пашкой. Но пускай. Вот так прям совсем приятненько. Не хватает елочки, завтра мы это исправим. Пока что только мандаринки. Ну, я думаю, скатерть вы немножко рассмотрели, сейчас вам еще покажу. В общем, для деток скатерть то, что надо. Смотрите, какая прелесть. Дед Мороз, такой вот домик, снеговики, елочки. Прям все очень-очень по-новогоднему. Ну, я думала немножко другую, знаете, так, для взрослых постельнее, типа, все дела, но ребенок захотел это, а я думаю, что это важнее,
нежели стиль и все дела. Смотрите, какой у нас дождь. Буквально льет, как из ведра. Пашка уже сделал уроки. Скоро буду его укладывать. И потом, попозже, малышок тоже будет ложиться спать. Пока что, конечно, не совсем зимняя погода. Больше на осень похоже, но не за горами и зима. Фонемы, слова, с которых они есть, вы называете подряд. Называйте коза, кост... Слушаем нейропсихолога детского. Очень интересно, очень интересно, как работать с гиперактивностью и с различными нарушениями восприятия мозга у ребенка. Прям вау, фантастически. Изучаем. Схема тела сформирована. Очень простая проба попросить. Закрыть глаза и вы чем-нибудь остреньким, карандашом или зубочисточкой будете прикасаться к разным местам. То есть прикоснулись, говорите ребенку, открой глаза, покажи, куда прикоснулся. И так несколько раз в разные места, в разные пальцы, вот на двух руках нужно поделать. В норме у нас, если схема тела сформирована и нет претензий к работе теменных отделов, ну, по крайней мере, на этом уровне, ошибка допустима не более 1 сантиметра. То есть мы установили сюда, вам ребенок примерно сюда же и показал. Если ошибка локализации более сантиметра, бывает пальцы, дети путают, бывает... В чем эта линия? Почему она именно так? Да? И обязательно будем говорить, а что я сейчас чувствую? Да? Аккуратно, аккуратно. Тише, 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 аккуратно, бабачка. Поделай еще, пощекоти его. Только не сильно. Миша! Итак, друзья, естественно, новогоднее меню никто не отменял. Но на самом деле просто мне очень хочется этот салатик приготовить. Вы знаете, на Новый год у меня на Вкусной ТВ особо много я не готовлю ничего. Есть другие каналы, которые супер классно, профессионально, красиво, нарядно все делают. Я не хочу с ними конкурировать, потому что, да, у меня это... Для этого у меня времени нету, поэтому, в общем, вот такие дела. Сейчас буду готовить супер классный закусочный торт из слоеного теста из консервы. Супер вкусный, на самом деле. Сегодня уже приготовили вот печенюхи, то, что осталось. А еще, так, у нас здесь, естественно, творческий беспорядок. Еще вот пирог тоже приготовили. Ну, как обычно, свечечки сегодня у нас были. Свечки немножко подгулявшие, но неважно, свою функцию они выполняют. Они плавают. И поджигаешь их, и очень-очень классно. Ох, да, да, у нас сегодня был базар, поэтому я еще не разложила все вещи. Лучок, картошечка и все дела. Давай, сладость! Да, моя бусинка! Спасибо за ваши комментарии по поводу аллергии. Мы его давно уже проверили на аллергию, у него просто только на помидоры. А как вы знаете, помидоры, томатная паста и салча, она во всей еде турецкой. Поэтому я думала уже, блин, что не съем, все у него высыпает. А оказывается, это просто на помидорке. Я уже не ем, и нормально. Вот вчера и сегодня, 2 дня я ем помидоры. И у него, слава богу, пока все окей. Так что, возможно, она уже тоже прошла. Вот, так что да. Все, буду готовить, снимать и все дела. Итак, берем слоеное тесто. Сейчас в духовку отправляем на 200 градусов на 15 минут. Сейчас буду доставать елку, и знаете что, такое ощущение, как будто буквально вот вчера я ее наряжала. Если кто-то подписан на Instagram, там вы можете посмотреть, вот я приходила в эту квартиру, мы еще здесь не жили, и я наряжала ее, потому что я думала, ну мы уже, может, переедем, но тут не получилось. Елка здесь стояла наряженная, и я была беременна, у меня тогда такой токсикоз был. Это 2-й месяц, по-моему, беременности, или 1-й даже. Ну, в общем, и мне было очень плохо. Я помню, я ее наряжала, и мне прям накатывало периодически. И мне кажется, это было вчера, а сейчас уже вон. Сейчас я вам покажу, что... Вот кто здесь лежит. Готовимся, скажи. Сейчас будем доставать елку. Оле-оле. И наряжать сегодня, надеюсь, возможно.
Да? Хочет говорить, прям аж не может. Ну, да. Ну. Ну что, новому дню привет. И вам тоже привет, друзья. Сейчас у меня младший спит, старший в школе. И у меня самое время быстренько все сделать. А что это все? Смотрите. Камин. Обожаю. Сейчас включу еще щелкунчика. Обязательно, без этого никак. И... та-дам! Елку наряжать я не буду, я ее только собрала. Повешу только гирлянду, лампочки, а все остальное, естественно, будет делать Пашка, ну, вместе со мной. Поэтому это я оставлю на семейные украшения, а пока просто все подготовлю. И вот это прям вот как будто греет, прям греет, ребят, на самом деле. О, кайф. Сейчас щелкунчик. Или спящую красавицу, или, в общем, какую-нибудь классику, лучше Чайковского. И все, и моя полетела душа в рай. Вот серьезно, как вы наряжаете елку? Включаете какую-то музыку? Может быть, пьете вино? Может быть, глинтвейн, кстати? Это же вообще классно. То есть, как у вас проходят традиции? Есть ли у вас традиции, как вы наряжаете елку? Создаете ли вы эту атмосферу? Стараетесь ли вы ее создавать? Или вы ждете, что кто-то другой ее создаст? Ну, забегая наперед, советую рекомендации психолога не ждать ни от кого, что кто-то что-то будет делать. Делайте это все сами. Просто для себя, а остальные подтянутся и вас поблагодарят за это. Поэтому, ладненько, побегу. Справиться надо с елочкой до конца. Скоро уже школа закончится. И вот, конечно же, мои помощники, которые тут вещали. Ну что ж, друзья, вот на этом влог я буду заканчивать. Не знаю, сколько там получилось, но надеюсь, что вам будет приятно и интересно смотреть. Надеюсь, что у вас настроение поднимется, когда вы смотрите этот влог. Почувствуйте себя как дома, отдохнете немножко. Ну, и только хорошие эмоции вас будут сопровождать в течение этого видео. Я очень на это надеюсь. Вот такая красота у нас, как я вам уже показывала. Поэтому этот влог, он такой. И шикарная батарея вверху. Друзья, не удивляйтесь, это Турция. Это очень часто встречается в домах, поэтому... Ну, зато не занимает место внизу. Тоже есть своя логика. В общем, не об этом. Зима – это время и сезон каштанов, поэтому обязательно мы готовим практически каждый вечер. Также вкусный рис с апельсиновой цедрой и с изюмом – это просто бомбически вкусно. Обязательно приготовьте. Ну, конечно же, длинные, темные, но уютные вечера с семьей, вместе с, рядом с любимыми. С этими карапузами, или уже постарше детками, или вообще рядом с партнером своим. Да? Возле елочки, с телеком, вкусным чаем. Так что желаю вам прекрасных вечерних, зимних дней, вечеров. Старайтесь побыть рядом с любимыми. Старайтесь почаще говорить, как вы их любите. Обнимайте почаще своих дорогих, целуйте. Если они далеко, звоните, отправляйте сообщения и пишите письма. На самом деле, от руки напишите письма и открытки своим дорогим. Не посылайте просто в WhatsApp какие-то классные картинки новогодние, а возьмите, напишите письмо или подпишите открытку с пожеланиями и отправьте вот в конвертике по адресу. Это очень классно. Я хочу вернуть эту традицию. Я, в принципе, в Беларусь всегда отправляю открытки. И даже подписчикам, как-то было несколько лет назад, я отправляла подписчикам открытки. Возможно, я верну эту традицию сейчас и на канал, да? Почему бы и нет? Так, говорун птичка певчая. Ну, что поделаешь, видите? Не дает мне ничего сказать. Да, да, да.
Серьезно? Боже мой, что ты говоришь? Лишь каштаны горят у меня уже, да? Окей. Все, каштаны готовы. Сейчас будем кушать. И, кстати, можете меня поздравить, у меня закончилась терапия групповая, прям целые две группы я завершила. Все довольны, все счастливы, от этого мне в 100 миллионов раз лучше на душе. Я очень рада, что я помогаю людям, что я несу пользу, и это не один на консультации, а это гораздо больше людей за одно время получают результат, очень классный результат. Поэтому дальше я буду проводить группы обязательно. Буду объявлять это или в телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на телеграм, там самая важная информация дается в первую очередь. Также в инстаграме буду объявлять о наборе следующей группы, но планирую где-то на декабрь одну группу взять. У меня уже есть 2 человека, которые заранее записаны. Они не попали в предыдущую, поэтому, друзья, кто хочет проработать панические атаки, тревогу, страхи, депрессию, кто хочет пойти вперед навстречу решению вот этих проблем, то, пожалуйста, приходите ко мне в группу, будем заниматься. Занятия очень результативны, вы друг другу помогаете, веду это все я, естественно, в течение недели после занятий я с вами в ВКонтакте, то есть мы постоянно с вами общаемся. Я даю домашние задания, которые вы выполняете, для того, чтобы этот эффект развивался, чтобы вам было быстрее прийти к своей цели. Поэтому группы маленькие, безопасные, вы друг друга не знаете, и вы не общаетесь за пределами группы. Это все закрыто, то есть информация не выходит за пределы группы, поэтому переживать и бояться нечего. Если вы чувствуете, что групповая терапия вам подходит, то, пожалуйста, добро пожаловать, я с радостью вам помогу решить проблему. Обращайтесь, пишите здесь внизу в комментариях, я с вами свяжусь, или же заходите в телеграм-группу, и там будет проще мне с вами сконнектиться. В общем, на этом я буду, наверное, заканчивать. Довольная, счастливая, несу пользу людям, нахожусь в это время со своими любимыми, готовлю вкусные каштаны, сейчас поставлю чайник, и будем наслаждаться этим зимним вечерочком. Чего и вам желаю, чтобы все было спокойно, чтобы не было тревог, чтобы не было страхов, чтобы не было панических атак и депрессий, к черту это все. Давайте жить здоровой жизнью, открытой к всем событиям, которые происходят у нас в жизни, но быть готовыми к этим событиям. Это очень важно. Иметь свою опору, опираться на себя, на своих близких, но в первую очередь брать ответственность на себя за все, что мы чувствуем. А это очень важно. Все, крепко вас обнимаю. Пишите внизу в комментариях, что вам понравилось больше, какую мысль вы вынесли из этого влога. Если вынесли, то это классно. Если просто отдохнули, тоже супер, это тоже полезно. Я буду ждать ваши комментарии. Записывайтесь в группу или на индивидуальные консультации. Это тоже сейчас актуально. Все, счастливо, пока-пока. И забыла сказать спасибо вам огромное, что досмотрели до конца. Я надеюсь, что вы получили удовольствие. Пока. Пока-пока. Да? Говоришь тетям пока-пока? Да? Или девочки? Какие тетки? Или девочки? Ну, пока еще говорить не получается, но по эмоциям уже понятно. Да. Да. Пока-пока, девочки!